Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы вместе с вами поиграем в игру Аквабайт котика Тома. Ну что, друзья, давайте поучаствуем в лиге Хэнка и посмотрим, какое же место сегодня мы займем. Ну что, вперед, поехали! Я выбрала, ребята, Хэнка и езжу на вот таком вот клевом аквабайке-драконе. Итак, сейчас посмотрим, друзья, на каком же мы уже месте в лиге Хэнка. Ребята, а вы уже играете в эту игру? Кто играет, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких игроков. Смотрите, у нас аэроплан. Кстати, у Бена тоже аэроплан был. Давай-давай, Хэнк, мы должны быть первыми. Ребятки, вы, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. На нашем канале очень много интересных для вас видео. И еще, друзья, кто желает услышать приветик от нашего канала, пишите в комментариях свои фамилии и имя, и мы обязательно передадим вам свой приветик. А у нас сундучок, и смотрим лигу Хэнка. Интересно, на каком мы месте? Так, были на 30-м, ребята, и мы поднимаемся на 20-е место. Круто. Давайте посмотрим, что у нас с сундуками. Так, в принципе, мы можем открыть пару сундучков. Это стоит 5 бриллиантов. Так, монетки и обновление наших аквабайка. Открываем еще один. И пока, я думаю, ребятки, достаточно. Давайте продолжать наше соревнование. Вперед, Хэнк, запрыгивай на нашего дракона и поехали. Ребята, а у вас уже много открыто аквабайков? Напишите мне в комментариях, мне очень интересно, какие аквабайки у вас уже открыты. У меня, кстати, открытые, наверное, уже все, ребятки, аквабайки. Так, давайте обгоним нашего Бена. Так, ух, тышка, у него аэроплан. Вау, у нас тоже, кстати, в предыдущей гонке было почти так же само. Ой, ого, ничего себе, чуть не врезались а лодку мы, друзья. Давай, Хэнк, ну уже. Ай, все-таки врезались. Эх, теперь мы спустимся на одно место в турнирной таблице. Немножечко мы спустились, но я думаю, для нас это не очень страшно. Давайте продолжим. Вау, смотрите, у наших соперников аквабайк «Горцующая искорка». Кстати, очень клевый, прикольный аквабайк. Вау, у нас аэроплан, ну наконец-то. Так, мы обогнали. А кого же мы обогнали, друзья? Анжелу? Я даже не заметила, кто у нас соперники. Осторожнее. Так, сейчас мы должны прийти первыми. Конечно, у нас снова аэроплан. Вау, видели, ребята, мы в воздухе взяли бонус-магнит. Отлично, осторожнее. Так, давайте попрыгаем вот так вот. И мы уже у финиша. Круто. Мы пришли первые. У нас редкий сундук. И поднимаемся, друзья. Мы еще выше в турнирной таблице. На 15-е место. Круто. Давайте поскорее еще разочек продолжим наше соревнование. Ой, я же хотела поменять аквабайк. Конечно, обязательно, ребятки, сегодня покатаемся еще на каком-нибудь очень клевом аквабайке. Так, нас обгоняет Том. А у нас аэроплан. Ура-ура! Ребята, а как вам эта игра? Кому нравится, ставьте лайки. Опа, ого. Ничего себе, да, немножечко мы врезались, конечно. Ух, тышка, какой Том шустрый. И, ребятки, он нас обогнал. Да. А у него тоже, кстати, очень клевый аквабайк. Это у него, по-моему, пират. Аквабайк-пират. Ребята, посмотрите, мы пришли вообще третьими. Ого, наверное, мы сейчас спустимся намного ниже. Сейчас посмотрим. Ой, нет, только на один уровень. Но это, в принципе, не так уже страшно. Итак, как я обещала, ребята, попробую заменить свой аквабайк. Сейчас посмотрим, на какой. Сейчас нам нужно выбрать, ребята, аквабайк, в котором у нас очень много скорости. Смотрите, вот, например, тропический шторм. У нас уже максимальная скорость в нем. Я его уже улучшила, прокачала. Кстати, он позволяет ломать деревянные предметы, не теряя скорости. Давайте его выберем. И, Хэнк, запрыгивай, поехали. Сейчас посмотрим, как будет прокачивать нас этот аквабайк. Вперед!
Так, Бен и Джинджер наши соперники. Бен вырвался вперед. Давайте, ребята, догонять. У нас же огромная скорость. Так. Вот сюда. А, все-таки взял Бен бонус. Не успели мы его забрать. Опа. Как прикольно. Осторожнее, здесь много камней, друзья, об которые мы можем, конечно, очень хорошо удариться. Вау, вот это да. Вот это движение. Ай, и все, мы пришли вторые. Не успели немножечко мы за Беном. Да, у Бена очень крутая скорость. Ухтышка, у нас гоночный сундук, ребята. И мы, кстати, поднялись на 12 место. В принципе, круто. Давайте попробуем открыть гоночный сундук. Это бесплатный у нас сундук, который мы заработали. И здесь, как всегда, обновления, монетки и бриллиантики. Ну что, ребята, попробуем продолжить? Поехали! Так, очень интересно, какое же место мы займем сегодня. Очень бы хотелось, ребята, занять первое место и выиграть кубок в Лиге Чемпионов. А вам уже удавалось выиграть кубок, друзья? Напишите мне в комментариях. И кому удавалось, ставьте лайк. Фух, ну вот, наконец-то у нас хоть одна подводная лодка. Так, ого, вот эта скорость. Ничего себе. Так. Ага, классно, и сразу на водную горочку. Смотрите, ребятки, у нас зашкаливает уже спидометр, и мы приходим первыми. И покажите нам, какое теперь мы место занимаем в турнирной таблице. Мне очень-очень интересно. Сейчас посмотрим, ребята. Класс, мы поднялись на 9 место. И это уже очень-очень близко к кубку нашему. Давайте продолжать. Том и Анжелочка наши соперники. Вперед, поехали. Ух тышка, какая у нас Анжела быстрая вырвалась вперед. Ну а сейчас мы тебя догоним. Давайте возьмем бонус. А мы взяли подводную лодочку. И почти-почти догнали нашу кошечку. Вот так вот. Круто. Смотрите, ребят, у нас все получается. И мы уже идем первые. Так, надеюсь, ребята, все у нас получится. И мы поднимемся еще выше в нашей турнирной таблице. Сейчас посмотрим. И, конечно же, не забываем, ребята, собирать монетки. Так, отличненько. Смотрим, на какое место мы поднимаемся. На 7-е. Круто. И мы продолжаем. Поехали. Вперед. Так, у нас Бен и Том. Так, Бен вырвался вперед. Мы взяли бонус-магнит. Ух ты, смотрите, сколько здесь препятствий, ребята. Становится все тяжелее и тяжелее, я вам скажу. Выиграть кубок не так уж и легко. Ой-о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 й. Ого, вот это нас разляпало, ничего себе. Так, ну да, ребятки. Не поднимаемся мы выше, а спускаемся на одну единицу. Что у нас здесь с сундучками? Кто-то просится на волю. Давайте откроем, ребята, вот этот наш синий редкий сундучок. Так, и в принципе можно продолжать наши соревнования. Поехали, Хэнк. Ребята, каким героем больше всего любите играть вы? Пишите мне в комментариях. Вау, у нас аэроплан. Отличный бонус. Так. Так вот, хе-хе, как прикольно и как быстро, давай-давай, Хэн, вот это скорость у нас, ничего себе. Так, пока мы первые, и вроде бы нас никто не догнал. Осторожнее. Ого, сколько же здесь препятствий, фух, мы их обошли. И у нас финиш. Есть, отличная работа, клево. Так, у нас обычный сундучок. И посмотрим, на какое место мы поднялись в турнирной таблице. На 6-е место. Вот это да. Хэнк, какой же ты молодец. Друзья, но, к сожалению, на сегодня время у нас заканчивается. Давайте продолжение
посмотрим в следующей нашей серии. Мы обязательно попробуем заработать кубок чемпионата Хэнка. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья!